Пуш. За основу взял купленный в магазине культиватор, а вернее два. Один на 6 звездочек, второй на 4. Чем хорош этот инструмент? Ну хотя бы тем, что он в себе сочетая и плоскорез, и тяпку, и грабли, в разы экономит твое время. Очень удобно перед весенней посадкой удалять сорняки и рыхлить почву. И все это занимает минимум времени. Ha ha ha.
земля, песок. Одни грибы. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.